Мы бачым, як прадстаўнік міліцыі выходзіць да людзей. Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского ГУВД, майор милиции Шепелевич. Кто у вас боится, ну, расходиться здесь? Кто боится покинуть город Пинск? Вот у нас вопросы такие. Никто не боится. Я приехал предложить вам довести на вокзал, если надо, сопроводить куда-то. Понимаете? Не, ну, по интернету вы говорите о том, что у вас где-то тут собирается кто-то задерживать. Зачем это говорить? Я не знаю, я не обладаю такой. Когда я обратился к подполковнику милиции, спросил, это милиция? Нет. Так это бандиты? Задерживайте бандитов, почему нет? Я приехал сюда просто оказать свою помощь в плане того, чтобы вас никто, послушайте меня, вас никто задерживать не будет. И не надо нагнетать обстановку здесь, понимаете? Спасибо, мы очень рады, но попытка уже на площади была. Мы же не мешаем никому. Решили перестраховаться. Это по отношению к вам? Нет, не по отношению ко мне, по отношению к человеку. Мы же не мешаем никому здесь. Я еще раз вам говорю, приехал сюда оказать помощь, чтобы если никаких задержаний производиться не будет. Вы можете представиться? Я представлялся вам. Спасибо большое. Только что да, тех людей, которые спробовали оборонить Максима Филипповича от затримания, вышел представник милиции Шепелевич, который сказал, что им ничего не погрожает, они могут разыходиться. Сам Максим Филиппович сейчас находится в безопасности, так нам поведомляют. Мы одмыслово не транслировали то, как он спробовал съехать сегодня с Пинска. Будем надеяться, что Максим успешно доедет до города над Сожем.